направляюсь на фестиваль в памяти Игоря Гонкевича. Называется он «Пикейные жилеты». Его уже давно не проводили в Одессе. Я не знаю, думал, что его уже закрыли давно. Но сегодня мне позвонил друг и говорит: слушай, что ты не поехал на фестиваль Гонкевича? А я говорю: а какой Гонкевич? Я вообще первый раз слышал. Ну, о том, что он сейчас проходит сегодня. Оказывается, он проходит, и 3 дня будет проходить в Одессе, в Госсаду, в летнем театре. И я говорю: конечно, я поеду. Он вчера уже был первый день, сегодня второй, завтра будет третий. Но я не знаю, буду ли я завтра, поэтому я решил поехать сегодня и посмотреть, что там будет происходить. Вот. И сниму, вам тоже покажу обстановку и по максимуму постараюсь снять интересный материал, может, будет вам интересно. Хотел с вами поделиться первым впечатлением, когда только зашел. Короче, сразу скажу, что зашел я и не сильно мне понравилось. Очень звук такой шумный, в плане того, что он, не то, что он шумный, тоже рок-концерт, а он шумный, просто его, наверное, неправильно строили или оборудование хреновое. Звук, в общем, по сути, говно. Валит просто каша такое, мясо, месиво. Это непонятно вообще. Может быть, это еще зависит от группы. Сейчас выступает какая-то группа, они такое что-то играют, я не могу понять. С этим звуком вообще непонятно. Это какой-то hard metal, либо это подгота. Просто каша. Просто какая-то каша. Пока пойду, поищу. Может, где-то можно гадить взять. Вернусь, я буду ждать следующую группу. Может быть, будет что-то получше. Ну, я постараюсь поделиться с вами его лучшими ритмами. Ребята, я понял, в чем был смысл этого звука. Я, наверное, стоял слишком близко к сцене. Я когда отошел подальше, я, понял, что звук немного лучше. Ну,
он лучше стал, короче, но не сильно, сильно много, но, по крайней мере, хоть можно было уже понять какую-то суть, там, мелодии или какой-то композиции, я не знаю. А может, еще повлияло на меня то, что я выпил бокальчик пива, тоже немножко меня, как бы, ну, расслабило, и я стал лучше воспринимать, ну, злое там. Вот. Ну, в целом, сейчас вот вышла вторая группа с Николаем, ребята, забыл, к сожалению, как они называются, но там баба у них орёт так, неплохо. Короче, пойду еще туда, потусуюсь, я вот снял кусочек, я не буду много снимать, это видео получится сильно затянутое. Ну, я еще эту группу сниму, вот какой-то кусок такой хороший, который я посчитаю, что мне понравится. Мотив, мелодии. Вот. И следующую тоже обязательно сниму. Thank you.
Все, я возвращаюсь уже с Гонкевичем. Фестиваль практически закончился. Я, конечно, не дождался самого конца. Там уже выступали хедлайнеры, группа Куйбуш или Куйбуш, я точно не понял, но этот вокалист, чувак, он мне понравился. Он рассказал такую историю, что он выступал на этом фестивале в 96-м году. На фестивале Гонкевича. Это очень круто. Он выступал со Сплинами, с ДДТ и с такими вот ребятами. Да, сейчас, конечно, к сожалению, уже не те времена. Чтобы вы понимали, раньше Гонкевича приезжал Наутилус, там Чиж, Чайф. Такие группы. Сегодня много молодых групп. Тоже, в принципе, прикольных. Мне очень понравилась группа «Пасть крокодила». Они такие чуваки прикольные, у них такой стиль своеобразный. Я даже сфотографировался с вокалистом. Думаю, может быть, они когда-то порвутся, станут супер популярными. У меня будет фотография с вокалистом из этой группы. Ну, в общем, прикольные чуваки. Вот. И что хочу отметить. Сейчас я пойду в темное место. Так вот, в целом я хочу отметить то, что этот фестиваль сегодняшний намного, намного лучше, чем когда-то пытались провести какую-то его копию или пародию. Он назывался «Друзья Одессы» или какая-то такая вот хрень непонятная. Ведущий был на высоте. Он как бы... Мне понравилось то, что он рассказывал много про историю Одессы. Чувак, в общем, прикольный. В общем, в целом это очень круто на самом деле. Я очень доволен то, что у нас в Одессе возобновляют эту традицию, фестиваль «Пикейные жилеты», потому что эта тема заглохла одно время.
Но сейчас она возобновляется. Я надеюсь, что на эти фестивали будут приезжать как и молодые группы, так и сверхпопулярные. Это очень круто. Ну вот, мое мнение в целом позитивное. Хотя вначале я сказал, что все говно, звук говно. Но по факту я доволен. Ну, звук действительно немножко плоховат. Нужно только отходить дальше. Ну, мне кажется, что вот раньше, когда я ходил на такие такого рода вот мероприятия, мне кажется, что было как-то лучше. Или, может, глубже как-то звук был. Ну, а сейчас такой немножко шумит. Ну, ребята работают, я надеюсь, что они сделают все, починят, все сделают классно. И через какое-то время они будут на высоте. А завтра, кстати, тоже будет третий день этого фестиваля. Я не знаю, попаду или нет. Я, конечно, постараюсь туда попасть, но не факт. Ну все, пока.